Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал заработок в интернете. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту такому Бамбуса, стабильная зарплата и аванс. Захожу сегодня в интернет, и у меня столько негатива в комментариях, мол, проект не платит, скам, я уже перепугалась, я бегом, конечно, ну это неприятно, да? Как бы пошла в кабинет. Значит, а у нас что здесь? Админ решил сделать рестарт 17 октября. Сглупила я, конечно, что вчера я аванс не взяла. Хотела поднакопить, все-таки подзаработать побольше. Но вышло так, ну, то, что вышло, да? Вот. Но, тем не менее, проект платит. У меня было 11 рублей вот здесь на балансе реферальных. Я их, думаю, поставлю, на, ну, нажала выплатить. Вот прибыль 11 рублей. Так. Вот. И я что? Вывела их. Вот. Дата 17.10.18 год. Значит, комментарий bambusa.com. Ну, партнерская программа 10%. Он заплатил мне. Но он убрал чат. Здесь вот у нас был внизу как бы. Ну, а группа ВКонтакте как бы есть. Все. И мой вам совет. Здесь нам в интернете 100% гарантии не дают. Вкладываем только свободные деньги. Я вкладываю по минимуму. Я не закидываю по 3000, по 500 рублей. Самое мало, что я закинула. Сначала я закинула 10 рублей, а потом 100 рублей. Понимаете? Я закину что? А, статистика, что у нас здесь? Так, трудовая, другие. Все здесь обнулилось. Как видим, люди пополняют уже по 10 рублей. Они такие огромные суммы. Зачем такие суммы закидывать? Это же интернет. Значит, я закину еще 10 рублей. Так. И как... Надо пополнить. Перейти на должность. Так, что мне тут? Ага, посмотри. Платежную систему. Payeer выбираю. Так. Рубли. Подтверждаю. Дальше по схеме. Я закинула 10 рублей. Значит, и что мне за 24 часа? Аванс 2 часа, за 5 дней 10, ну, за 10 20. Значит, и надо купить должность. Ага, сразу автоматически она у меня есть. Вот прохожий. Я 10 рублей через, типа, месяц 60 рублей. Конечно, он месяц не отработает. Но пусть, как бы, возьму сразу аванс потом. Вот. Значит, что так? Должность трудовая у меня. Вот партнерские начисления. Я вывела 10 рублей. Я пополнила. Коллеги. Колым. Заколымить. Ваш Колым составил 68 копеек. Так. Значит, как я уже говорила, Колым получения дополнительных денег от должности. Колым начисляется тем, у кого есть должность. Выплаты автоматически при накоплении суммы от 1 рубля. Будет здесь рубль, я нажму получить, они мне выведутся. Не надо вкладывать большие суммы, если вы захотите зайти. И при рестарте, когда рестарт, все обнуляется. Все балансы, все. Я не знаю, почему он так рано сделал рестарт. Но значит, он будет работать рестартами. Так что не вкладывайте большие суммы. Зачем?
Вы видите, я вот 10 рублей закинула. И в прошлый раз я начинала с 10, потом уже сотню закинула. Я же не думала, что он сделает так быстро рестарт. И не надо мне писать всякие негативы. Это интернет. И вы хотя бы понимаете, что мы работаем в онлайн-бизнесе, и нам никто никогда здесь, ни в любом проекте нам тут 100% никто никогда не даст. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч. Продолжение, конечно, следует.